приоритетном порядке идет вакцинация всех, кто контактирует с большим количеством людей, то есть это сотрудники общественного транспорта, питания, учащиеся высших учебных заведений, подлежащие призыву на военную службу, сотрудники администрации, безусловно, это педагоги, полиция, военные. Кроме этого, для всех желающих открыты самозапись на госуслугах в кабинеты вакцинации COVID-19. Каждый может зайти, кто прикреплен к нам в медицинской организации, и увидеть эту информацию у себя на госуслугах, записаться, далее прийти к нам для того, чтобы сдать кровь на антитела, либо пройти экспресс-тестирование на антитела и быть осмотренным врачом-терапевтом для выявления противопоказаний к введению вакцины. Противопоказаниями для введения вакцины являются чувствительность компонента вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания или хронические заболевания, ну и повышение температуры.